Предпенсионеры – это люди, которым до пенсии осталось 5 или менее лет, обладают особым трудовым статусом. У них есть возможность бесплатно сменить специальность или повысить квалификацию. На эти цели из федерального бюджета выделено около 70 миллионов рублей, еще 3 из областного. Изначально предполагалось обучить 1076 человек, но количество желающих составить молодым специалистам достойную конкуренцию оказалось в 3 раза больше. Обучение финансируется по программе федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Востребовано как гражданами предпенсионного возраста, так и работодателями, поскольку работодатели могут обучить своих сотрудников под нужды своего предприятия, причем обучение у нас очень гибкое, работники могут обучаться без отрыва от производства, активно используются дистанционные формы обучения. Выучиться можно как на рабочего, так и на служащего. В проекте участвуют более 250 предприятий Самарской области. Задействованы практически все лидирующие вузы. У нас в области принят комплекс мер социальной поддержки граждан данной категории. Региональным правительством утверждена дорожная карта по содействию занятости работников предпенсионного возраста, в рамках которой прорабатываются механизмы повышения конкурентоспособности людей указанной категории. Повышение квалификации или новое образование позволяет предпенсионерам найти работу, получить гарантированную занятость и стабильный доход. В декабре правительство подведет итоги работы. Елена Марытина, Николай Сидоров. События.